В этом году первомайская демонстрация пройдет под проливным дождем и со снегом. Об этом сегодня заявили синоптики. Но, несмотря на погоду, на этот день уже запланирована масштабная программа. В городе пройдут сразу два митинга. Почему 1 мая свой маршрут лучше планировать заранее, расскажет моя коллега Мария Терехина. 1 мая здесь, в центре, с перерывом примерно в час, пройдут сразу два митинга. Сначала в 9:30 от технологического университета стартует партия коммунистов. Они пройдут по улице Мира, Горького, потом свернут на Карла Маркса и дойдут до памятника Ленину. Но в 11 часов утра возле гостиницы «Октябрьская» свою красочную демонстрацию начнут профсоюзы. По улице Мира пройдет колонна примерно в 7 тысяч человек и пройдут три машины с транспарантами. Финальная точка также памятник Ленину. Мир, труд, мы! Встречай 1 мая! Мир, труд, мы! Встречай 1 мая! Нет безработицы, не допустим сокращений. Ну вот я вам навскидку назвал. Это те самые лозунги, которые точно будут присутствовать, и это потому что актуально на данный момент. Поэтому любой житель города Красноярска может прийти и присоединиться в колонну там, где ему удобнее. Из-за митингов с 9 часов утра и примерно до полудня сотрудники ГИБДД перекроют проспект Мира. А вот параллельные улицы будут открывать по мере прохождения колонн. Так что 1 мая по центру города лучше гулять пешком. Мария Терехина, Дмитрий Комаров, 7 канал, новости.